Старики и разбойники. Постояльцы дома престарелых. Большекулачьи жалуются на издевательства со стороны персонала. Следователи проводят проверку. Разводят на мосты. С большегрузов хотят брать деньги за проезд через Иртыш. Ремонта требуют 17 омских переправ. Собрание законодателей. Кого выбрали в региональный парламент, какую зарплату будут платить депутатам и на какие привилегии они могут рассчитывать. Смотрите «Омск здесь» в субботу в 20 и в 23.30.